Стыковка. Минута до атмосферы. Ворон Земле, Скар 1-2, разрешите вход в атмосферу. Принято, 1-2. Вход разрешаю. Добро пожаловать домой. Внимание всем! Нападение на транспорт Эхо! Мы под плотным огнем! Вот наш конвой, Рейс! Есть! Давай туда! Поняла! Вижу колонну. Подбрось нас к ней! Это 1-1. Конвой уничтожен. Повторяю, эхо уничтожен. Маршрут под ударом. Вас понял, 1-1. Приоритет поиски цели. Мы должны вернуть транспондер. Понял. Начинаем погоню. Высади нас здесь, Сол. Принято. Итан, вперед. Ближе не получится. Сол, прикрывай. Жди моего доклада. Прикрываю. Есть ожидать. Итан, ищи грузовик. Сюда. Эхо, 1-1. Как слышно? Эхо, это 1-1. Как слышно меня? Пустая машина впереди, да? Понял. Веди нас. Майор, медики на подходе. Где заключенный? Они его забрали. Они там, сзади. Идите, сэр, я займу оборону. Чума! Нужно заглушить связь в этом секторе, чтобы отсечь цель. Пленник опознан. Не нравится мне это. Сол, если он доберется до терминала и уничтожит транспондер, нам крышка. Принято. Приведу десант. Почти, сэр! Он в магазине! В магазине! Thank you.
крышу! Человек с земли, жертва проигранной войны. Этот железный щит — ничто. Наш мир беззащитен. Это истинная храбрость. Нет! Сигнал потерян. Мой флот летит сюда. Главный, это возмездие. Флот СДФ идет на снижение. Ясно. Возмездию приготовиться к прыжку в атмосферу. Волна вырубит Олимп, и мы проникнем в него. Что у вас там стряслось? Рай мертв. Он уничтожил транспондер. Мы идем на захват Олимпа. Возмездие готовится к прыжку. Внимание всем! Олимп открывает огонь! Адмирал, вам нужно в бункер! Они стреляют! Всем постам! Наша цель — Олимп! Задача — захват! Адмирал Котч мой! Рок, прыгаем! Сэр, вход через 3, 2, 1! Теряю мощность! Это пульсируйте! Пробираемся к мостику, пока не оклемались. 1-1, на месте. Вижу! Атакую! Начать! 10 метров!
опознана. Итан, на мостик! Так точно. Мой флагман вам не достанется, капитан. Мы все умрем здесь. Я подорву этот корабль, а также ваш город. Ну так давай, Коч, выходи с мостика. Бери оружие и сражайся. Мы не сражаемся, мы атакуем! Уцелевшие земляне будут жить под прицелом и дышать с разрешения фронта. Марс вечен. Бегом на мостик, пока он не взорвал Женеву. Понял. Где мы? У Кубрика, сэр. Придется идти в обход. За мной! Здание Олимпа восстановлено! Теперь они могут взорвать корабль! Поднажмем! Итан, теперь куда? Через шлюзы наружу! Получше!
Приближается адмирал Котч. Олимп заблокирован. Бойцам противника не уйти. Процедура самоуничтожения включена. Мостик за той стеной, сэр. Придется взрывать. Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу. Заряд заложен. Нам надо прорываться! Капитан, модуль взломан! Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол самоуничтожения. Установите детонаторы на всех палубах. Убейте робота! Поднять температуру реактора! Остановите дрона! Цель еще жива! Итан, отменить подрыв! Захватить ботов! Есть, сэр! Боты отключены, капитан! Си-6, Олимпа теперь под моим контролем, сэр! Всем бойцам САТА, это капитан Рейс. Мы захватили корабль «Олимп». Вали, ублюдка, Рейс. Вам никогда не выиграть эту войну. Я все же сумел победить вас, Котч. Моя смерть еще не победа. Я убил адмирала. Железного щита больше нет. Смерти нет без чести. Капитан на месте. Десант, унесите труп. Отличная работа. Готовы стартовать по вашей команде. Это Олимп! Полетели! Значит так, фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марс. Итан, проложить курс на орбитальную верфь СДФ. Обратим их же корабль против них самих, всю огневую мощь. Фронт уничтожил наш флот. Отплатим им той же монетой. Какие приказания? Жди тут, Крок. Если понадобишься, вызову. Прыжок, Итан. Координаты Марса есть. 2, 1...